Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что, конечно, можно сделать так, как хотите вы. Любой вариант пройдет. Только как бы, ну, любой вариант подойдет, только это не отменит, ну, не отменит того факта, да, значит, что ваша мама все равно будет обвинять вас. Понимаете? То есть ваша мама, она будет обвинять вас не потому, что вы чего-то сделали или чего-то не сделали. Она будет обвинять вас, ну, просто. Просто потому, что ей это нужно. И она играет в игру. Которая называется «Все из-за тебя», по сути, вот, понимаете? И это действительно игра, то есть это действительно игра, в которую играет ваша мама. Вот. Понимаете? Вам нужно понять, значит, что мама делает это для себя, а не для вас. На чувство вины она давит, потому что это, по сути, единственный для нее способ существования. Другого способа существования, по сути, нет. Вот для нее это единственный способ как-то вот получать к себе внимание, да, то есть таким образом она привлекает к себе, да, ваше внимание, соответственно, таким образом она привлекает к себе ваше внимание, вот, и она будет это делать вне зависимости от того, что вы предпримете, поэтому вам, ну, нужно, вот помимо того, что сказал мой коллега, да, значит, посмотреть в интернете эту игру, которую я назвал, то есть игра, ну, психологическая игра «Все из-за тебя», вот, и просто-напросто увидеть эту игру и перестать маме, значит, собственно говоря, подыгрывать. Перестаньте своей маме подыгрывать, и очень быстро мама поймет, что по-другому с вами нельзя, то есть, ну, точнее, не по-другому, а вот так, как она действует. С вами действовать нельзя, и начнет вести себя как-то иначе. Вот. Понимаете? И
это мне представляется наиболее адекватным для вас решением проблемы. Вот. Конечно, тот факт, что у вас есть чувство вины, безусловно, свидетельствует о том, что у вас несколько занижена самооценка, тот факт, что у вас есть, ну, имеется чувство вины, свидетельствует о том, что вы не совсем разграничиваете ответственность свою и других людей. Вот. Я полагаю, что и в своей семье вы берете на себя чересчур много ответственности. На это косвенно указывает тот факт, что вы болеете и что вам нужна помощь уже, то есть как бы тело вам намекает на то, что вам тяжело, вот, и что нужно позаботиться о себе, вот. Ну а вы, судя по всему, этого не делаете, вот. Хотя, безусловно, ну, делать, безусловно, это нужно. Безусловно, это необходимо. Вот. Таким образом, три основных момента, да, выход из игры вашей мамы, точнее, выход из игры вашей мамы, повышение своей самооценки, вот, и отделение ответственности, то есть работа с ответственностью. Это вот три направления, которые мне видятся, вот, исходя из того, что вы написали. То есть понятно, что вполне возможно, что при работе с вами вскроются еще какие-то проблемы, может быть. Вот. Но пока, исходя из того, что вы написали, я думаю, что можно сделать вот такие выводы. Вот. Именно это является ключевым. Да? То есть понятно, что ваша мама, она все время вас обвиняла, понятно, что у вас в голове постоянно звучит ее такой вот обвиняющий голос, который требует от вас требует от вас чтобы сделали так, как хочет она, вот. И понятно, что вы это все воспринимаете буквально без критики. Вот, хотя критика здесь необходима. То есть вот критика здесь жизненно необходима, жизненно важна критика. Потому что как бы если вы не будете критически относиться к своей маме, вот, то вам будет, конечно, тяжело. Вам будет тяжело. Это правда. Дальше. Вы пишете: я живу за границей очень много лет, у меня дети родились и почти выросли, они не могут себе представить возвращаться в Россию. А это вы, собственно, вот к чему? То есть вы к чему говорите про
возвращение в Россию? Ну, вы считаете, что вы должны вернуться в Россию или что? А когда вы сами переезжали, ну вот, когда вы сами переезжали в за границу, когда вы сами переезжали за границу, вы как это себе, ну грубо говоря, объясняли? То есть как у вас это происходило? То есть вы не были уверены, что вы хотите за границу, или как, или что? То есть мне вот, меня этот момент интересует, если честно. Если вы живете много лет за границей, то, наверное, это был ваш выбор. И наверное, вы в этом своем выборе должны быть, ну, уверены, как минимум. То, что вы описываете, позволяет сделать, ну, позволяет предположить, что вы не так уж сильно уверены в нем. Ну, я имею в виду в своем выборе, в своем решении. Вот, и здесь, конечно, очень важно этот вопрос прояснить в любом случае. Понятно, да, о чем идет речь? А дальше, в России осталась только мама, она очень сложный человек, с которым очень сложно. А вы знаете, Надежда, смешно немножко получилось у вас. То есть, поймите правильно, да? Я ни в коем случае не хочу принизить саму ситуацию, вот, но очень сложный человек, которому очень сложно. Да? А в чем сложность? В чем сложность вашей мамы? Сложность в том, что она не идет на контакт, допустим, с вами, допустим, не идет на контакт с вашим мужем. Не идет на контакт. Ну, допустим, опять же. А должна идти на контакт. Как вот вы сами. Ну, как вы сами считаете? Если должна, например, то почему должна идти на контакт она? А какой у нее мотив идти на контакт? То есть, ну, зачем ей это? Для чего ей это? То есть, вот, если вы, ну, если вы хотите, чтобы она шла на контакт, то у нее должна быть мотивация. Вот, ей это зачем-то, должно быть нужно. А если это ей не нужно, то, понимаете, да? О чем идет речь? То есть, определите для себя сложность вашей мамы. Как вот вы, значит, говорите, да, что она сложна. Ну, так, а она же сложная, грубо говоря, для вас сложная. Она не сложная сама по себе. Вот. Я более чем в этом уверен. Я более чем в этом уверен. Поэтому здесь нужно именно такой аспект учитывать.
Дальше. Так. Уже больше 20 лет она мучает меня постоянными попреками, что я ее оставила одну. Вот здесь очень важно вспомнить то, что я говорил о личной ответственности. То есть, иными словами, вы принимаете решение, человека, ну, уехать, да, за границу, допустим. Это ваше решение, это ваше право, ваш выбор. Ну, отлично. Вам нужно в этом решении быть уверенным, если вы вот, значит, так вот решаете поступить. То есть позиция, ваша должна быть, ну, гармоничной, скажем так, единой. Вот. То есть это должно быть решение, это решение адекватное, ну, потому что это нормально, что взрослые дети, да, они живут как бы отдельно, и что, в общем-то, что они живут своей жизнью, что у них семьи, и что что здоровый родитель, да, это действительно здоровый родитель, который может сам о себе позаботиться, что он как бы остается, ну, остается без детей и без детей, это нормально. Ну вот. То есть я уверен, что, скорее всего, ну, свою маму вы приглашали. Скорее всего. Она сама не захотела. Не захотела она именно потому, что в таком случае ей будет нечем вас обвинять. А обвинение — это ее единственный способ, как я уже сказал, получить то, что ей нужно. Вот. Поэтому, к сожалению, вам нужно, с одной стороны, этот факт принять, а с другой стороны, вам нужно позволить себе сделать свой выбор, а маме сделать свой. По-другому у вас не получится. Опять же, да, по-другому вы не сможете. Дальше. Причем мы приглашаем ее на ее каждый сезон к нам, приезжаем к ней, помогаем деньгами. Ну, может быть, этого делать как раз таки не надо. На самом деле. То есть я, конечно, не знаю, но вот складывается у меня такое чувство, да, что может быть, вам этого делать не стоит. Не стоит вам помогать ей, не стоит приглашать ее каждый раз. Вот, то вы слишком сильно пытаетесь угодить ей. Знаете, то есть если она играет в игру, если бы не все из-за тебя, да, все из-за тебя, то вы, соответственно, следуете психологическому драйверу «Угоди мне». Можете также почитать о нем в интернете. Вот. И тем самым, ну, мама, она создает для себя идеальные отношения, вот просто идеальные отношения, которые ни много ни мало полностью раскрывают ее вообще, ну, позицию, да, ее желание, да, ее потребности и полностью дают ей возможность, значит, себя как-то вот проявлять, да, себя как-то реализовывать. Далее, вы пишете, когда у нее что-то болит, виновата я. Как это возможно, Надежда? Вот, ну, просто вот сами скажите и сами подумайте, да, как это возможно. Вот. Как возможно,
что из-за болезни, да, из-за болезни, значит, ну, то есть, если что-то у вашей мамы болит, да, как возможно, что виноваты вы в этой ситуации? Как это возможно? То есть вы же, ну вот, сами, вы же сами понимаете, что это никак вообще не связано. Вот, значит, в ответ какие-то чувства и чувство вины даже за что-то. Вот. То есть в плане ответственности вы еще не отделены от своей мамы. Вот. Мне же самой нужна помощь. Помощь в чем? Маме сейчас 70 лет. Проблем со здоровьем у меня нет, но я все время боюсь, что что-то случится. Вот. Здесь, конечно, нужно исследовать ваш страх, потому что очень важно понять, что он значит. Вы боитесь что-то случиться, потому что, например, так раскроется ваше чувство вины, допустим, еще больше, например. Либо вы подсознательно хотите избавиться от той ноши, которая сейчас на вас лежит. То есть ваша мама, она настолько вот к вам, ну настолько она, настолько задавила вас, настолько сильно прессингует вас, что вам уже начинает хотеться того, чтобы на это случилось, чтобы уже освободиться от этого страха, он вообще про это. Вот. Ну и, соответственно, здесь может быть еще и угроза какая-то, тут может быть еще и неизвестность, да, то есть если мама, если с мамой что-то случится, да, то, допустим, как я буду жить, то есть, может быть, вы не чувствуете себя уверенно, ну, до конца уверенно с своей семьей, в своей семье, со своим мужем, со своими детьми, хотя дети ваши, они уже выросли, как вы говорите. Вот. То есть здесь, конечно, история, ну, не совсем понятная, и надо бы как-то вот с ней, да, работать. Вот. Потому что, ну, то, что вы описываете, это, мне кажется, вершина айсберга. Вот. То есть, насколько уверенно вы чувствуете себя в своей семье, насколько вы уверенно чувствуете себя, значит, ну вот в том месте, где вы живете сейчас, это очень большой вопрос. Вот. Ну и еще раз повторю, да, один из самых важных моментов это тот такой, что если вы не пригласите свою маму, вот, то ничего плохого не будет абсолютно. То есть не пригласить свою маму, это нормально. Если вы не хотите ее приглашать, то не надо ее приглашать. Вот одна из ключевых, ну, особенностей, один из ключевых моментов. Вот вам станет гораздо легче, если вы действительно не будете ее приглашать. Вот вам действительно станет гораздо легче. Действительно станет гораздо легче. Вот. И здесь я просто рекомендую вам вот рассмотреть, ну, такой вариант, да, что вот вы в качестве, допустим, эксперимента, да, не пригласите ее и посмотрите, что будет. Вот. И нужно, конечно, учиться взаимодействовать с ее
обвинениями, да, то есть обвинять она вас, скорее всего, да, не перестанет, ну, потому что это ее жизненная необходимость, обвинять вас она не перестанет. А вот вам учиться взаимодействовать с ее обвиняющими нотками вполне можно. Дальше, с мужем, с моим мужем у нее отношения плохие, конечно плохие, ведь он забрал вас у нее. Когда она нас гостит несколько недель, после этого я больна. А в чем и чем проявляется ваша болезненность, поясните, пожалуйста. Потому что, ну, непонятно. Вот. Ага. Можно ли нанять сделку, ездить, проверять, все ли хорошо, это ведь тоже выход, правда? Правда, только вы обращаетесь сейчас, как бы, знаете, за советом, на самом деле это не решит проблема. Вот. Эта проблема, она все-таки немножко в другом, понимаете? Вот, если бы ваша мама действительно была больна, да, то... Да, так ваша мама обидится и скажет, что вы просто-напросто вы пытаетесь от нее избавиться таким образом, вот, что спровоцирует, возможно, еще больше негатив ее страны, вот, чего я уверен, вы не хотите. Вот, поэтому Нянька не вариант. Вариант эмоционально отдалиться от вашей мамы и выстраивать все-таки общение такое, какое удобно вам, а не ей. Вот, ну а что для этого нужно, я в принципе вам сказал уже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.